Друзья, я вам хотел сказать следующее. Вчера вот здесь, в этом зале, сидело напротив нас, напротив представителей Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, сидела контактная группа, так называемая. Мы поговорили с этой контактной группой и договорились о прекращении огня. Это были консультации, это не были переговоры. Это были именно консультации, но в режиме консультации мы тем не менее договорились, что мы прекращаем огонь, поскольку страна противника, я бы их назвал киевскими сепаратистами, потому что они против единого русского мира, они за свое собственное маленькое олигархическое государство, где можно творить все, что угодно. Так вот, они вроде бы обещали тоже прекратить огонь. Ну, естественно, об этом объявили все мировые СМИ. Естественно, киевляне раздули это как свою победу. Даже, я бы сказал, говорили о перемирии и мирных переговорах. Так вот, все это оказалось полным блефом. В принципе, мы этого ожидали. И мы понимаем, почему это оказалось полным блефом. Потому что, собственно, киевляне войну не хотели прекращать. Они ее не прекратили. Сегодня шел обычный, в кавычках, нормальный, в кавычках, день войны. Обстреливался артиллерией Славянск, обстреливался артиллерией район города Снежное, в частности, Совмогила. А сейчас, вот совсем недавно, начались бои практически в пригороде Донецка, в районе аэропорта. Бои с бронетехникой, с применением бронетехники и, в общем, на самом деле, и артиллерии тоже. Именно этот огонь тоже, естественно, ведется. У нас есть и погибшие, и раненые, и есть погибшие, и раненые со стороны противника, естественно. Поэтому, собственно говоря, я сейчас официально заявляю, что никакого прекращения огня не было, и, судя по всему, уже и не будет. Нас официально Киев попытался обмануть, прислав к нам некую контактную группу, которая, как выяснилось, на самом деле ни на что не влияет и, по всей видимости, не имеет реально никаких полномочий. Таким образом, прекращение огня не случилось, и, в общем, нам ничего не остается делать, кроме как продолжить воевать. Соответственно, никакого ни перемирия, ни прекращения огня, все это оказалось полной чушью собачьей.